Ребята, минуточку вашего внимания. Прошу, поднимите ручки, кто меня слышит. «Молодежь за здоровый образ жизни» в городском округе проходит серия встреч с подростками. Тема актуальная на все времена. Формат для общения со старшеклассниками тренеры молодежного центра «Навигатор» и спортклуба «Литвинова» выбрали максимально открытый, активные занятия на свежем воздухе. Прямо после уроков ребята погрузились в командную игру. Сперва зарядка от Дарьи Родионовой, инструктора джаз-фанк и леди стайл. Как тебе вообще зарядка на стадионе? Четко. Если есть возможность, то я гуляю очень много и хожу. Вот так вот. Много это сколько? Ну, могу 10, 12, 13 тысяч шагов. Вместе придумывали название группам. Дружно выполняли командные задания. Упражнения ребятам показывала сотрудник молодежного центра «Навигатор». Ребята большие молодцы, у них все очень хорошо получается. Они действительно спортивные ребята, и видно, что здоровый образ жизни – это для них не просто слова, они действительно им занимаются. После таких вот тренировок, занятий ребята отвлекаются и разминаются, и работают лучше. Многие ребята в Литвинове уже увлечены спортом, играют с азартом в хоккей. Команда Литвинова завоевывает кубки городского округа и Московской области. Я многими видами спорта занимался, и он мне больше всего по душе. Но сегодня были командные соревнования. Как, насколько вот, здорово действительно с классом это делать? Ведь уже взрослые. Ну да, мне понравилось. Один из этапов сегодняшнего мероприятия – это командные сборы. Они показывают, насколько коллектив может взаимодействовать друг с другом, выполнять простые, по сути, задания. Но ведь главное, если ребенок находится в коллективе, он никогда не попадет в беду. Все ребята получили подарки – фирменные браслеты, календари, значки и брошюры. Они помогут расширить кругозор о здоровом образе жизни. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.